Осенью так и тянет укутаться в плед и погрустить, а резкий холод только укрепляет желание остаться дома и пропустить пробежку. Долой лень! Тренировкам осенью быть! Похолодание не повод отменять занятия спортом. При должной подготовке можно и нужно тренироваться круглый год без вреда для здоровья. Все зависит от целей, от ваших, какие цели вы преследуете. Если у вас есть четкая цель, по которой вы должны двигаться, то прокрастинация вас не настигнет. Спорт на свежем воздухе, во-первых, дает вам привыкнуть к температурным перепадам. Вы будете закаленными, у вас перестанет болеть горло, у вас не будет частых насморков. Ну что ж, прокрастинацию побороли, цель поставили. Следующий шаг – одежда. Существует правило такое, температурное. Вы всегда прибавляете плюс 10 градусов. И, соответственно, экипировка, да, которая отводит влагу и держит тепло. Любая тренировка начинается с разминки. Разминку начинаем сверху вниз. Желательно в прохладное время года делать разминку дома, в комфортных условиях. Одеться, тепло и потом идти на улицу бегать. После разминки приступаем к пробежке. 15 минут бега – успешное начало любой тренировки. Это позволяет подготовить организм к другим нагрузкам. Тренировки на улице могут быть очень разнообразными, не обязательно только бегать. Можно делать упражнения, которые развивают и силу, и выносливость, упражнения на все группы мышц. Простая зарядка может превратиться в увлекательный челлендж. Необычные упражнения сделают тренировку интересной. Да, не все получается сразу, действует правило «лучше меньше, да техничнее». На усилие, вот, допустим, прыжок-выдох. Прыжок-выдох. То есть мы должны именно ритмично дышать. Предела совершенства нет. На самом деле здесь все зависит от уровня вашей подготовки. Если вы начинающий бегун, то вы прибавляете по 10 минут каждую тренировку. Любая тренировка должна завершаться заминкой. При температуре ниже 10 градусов потянуться лучше уже дома. Особое внимание уделите тем мышцам, наличие которых вы особенно почувствовали в процессе выполнения упражнений. Всего 40 минут, и спать уже совсем не тянет. Тренировки на свежем воздухе обогащают организм кислородом, дарят витамин D и энергию на весь день.